дату. 29 ноября я наконец начал выковыривать семена из этих самых. Не из всех, а тут половина выбраковано. Помните фильм? Это для фильма. Вот. Но вы должны представлять, что я наковырял, я выбрал несколько самых. Это опять вопрос. Вот смотрите, это все полудеградировавшее, ну не знаете, северные синапы. И мы выковыряли косточки, Тимошка очередную сотню зарабатывал. Вот, мы выковыряли косточки, семечки, всего из нескольких. Я же учил его, говорю, Тимоша, ты видишь ранку? Не ранку, а вмятинку. Ты видишь, вот вроде какое-то что-то тут, это неровно, а тут вот пятнышко. Вы жесточайшая выбраковка. Мы же людям эти семечки отправим. А если такие кривые горбаты у них вырастут? Это я обращаюсь к нему. Мне не жалко, у меня их много. У меня этого добра. Под снег сколько ушло. Но главное было научить ребенка, чтобы что-то в голове застряло. Он забудет. Но потом, как я, через 20 лет вспомнит. Вот что важно. И теперь я обращаюсь к вам, Елена Александровна. Семечки из тех, которые он выбрукает сейчас. Ну, в фильме вы видели. Вот. Он все тут 3 или 4 выберет. Семечки из тех. Они равноценны тем, которые вот сейчас ковыряют с хорошего. Вот. Еще один вопрос. Я люблю прикалываться. Но на полном серьезе. Вот, теперь следующий вопрос. А еще отказ от всех сроков обрезки, кроме ранней весенней. Посмотрите, что делается, когда его обрежут не вовремя. Но это отдельная тема, отдельный разговор. Но когда-то должно войти в вашу книгу. Никаких прищипываний осенью. Это та же обрезка прищипывания. Никаких обрезок лета, осенью, весной, зимой. Вот. За что меня возненавидело это присадебное хозяйство? Им же надо было деньги зарабатывать. Режьте, и вот вам мазь замазывайте. Так, время идет. Эту тему, Елена Александровна, пропускаю. Она самая будет важная в вашей жизни. Для этого вам понадобится целый институт. Для этого вам понадобятся суперспециалисты в области биолокации. Вот, специалисты, которые создадут специальные приборы. И то, что вот это вот, видите, это воображение Железова. И художник, в данном случае художником выступил Троценко Павел Николаевич, да, который меня прекрасно понимает. Вот. Но это мое воображение. Есть оно или нет? Вот сейчас вот я вот надо было третий. Вот я не догадался. Еще одну, вот так же. Это, они же копия, вот это копия этого. А теперь представим еще одна копия. Ну как? Только вот нижняя часть, а здесь пусто, нет ничего. Где правда, это или это? И целый институт должен заниматься это, не только этим. Это частный случай общей проблемы биополя Земли. Вот. Карты Земли. Не просто карты. Карты геоподъемных зон. Всей Земли. Чтобы города не строили в геоподъемных зонах. Дома, чтобы не ставили в зонах. Вот. Чтобы при каждом пересечении шоссе стоял знак не какой-нибудь, а скорость хотя бы до 40. Пусть перед этим было 110. Представляете, какой масштаб работы? Ну, это продолжение этой темы. А здесь я про себя написал. Один дурак, помните, может задать столько вопросов, что 10 мудрецов не ответят. А я, дурак, на вас, на то единственное накинулся. Но вы для меня, Елена Александровна, не просто человек. Вот. Вы приехали к железу учиться. Это не может быть никогда. Вот. Но в данный момент вы олицетворяете все будущее эти. Вот. Как вы сказали, что у вас в институте или в университете вот, есть мои сторонники. Другое дело, они никогда не вылезут на свет Божий. Они будут смотреть с удовольствием эти самые эти какие, вебинары. Они у себя на даче вырастут прекрасные сорта. Вот. А так, чтобы совершать революцию рядом с вами.